Жека, оцени сегодняшний матч. В чем причина поражения, на твой взгляд? Сегодня ключевую роль сыграли, я думаю, что удаление, так как в два гола соперники забили, когда имели численное большинство. Поэтому где-то что-то как-то не сложилось, не повезло. Они забили свое, мы не забили. Сегодня опять североамериканское звено Бориса очень хорошо себя проявило. И в прошлом плей-офф тоже они себя как показали хорошо. Как против них действовать в новом сезоне? Думали об этом? Ну, на сегодняшний день это только предсезонная подготовка. Всем командам тяжело. Вот, поэтому как бы в том году справились с ними. Я думаю, что и в этом году подберем ключик к ним. Завтра матч с Металлургом. Какой настрой, что в раздевалке говорят ребята? Матч с Металлургом — это всегда дерби наше, так что будем настраиваться только на победу и ехать домой с хорошим настроением.